В Звенигородской школе номер 1 прошла профилактическая беседа с учениками 6-7 классов, посвященная правилам поведения в общественных местах. Встречу провела заведующая Звенигородской детской библиотекой Лариса Ермакова. Участие приняли также активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия». Школьники смотрели тематические выпуски киножурнала «Ералаш», вместе со взрослыми разбирали жизненные ситуации и обсуждали, как следует вести себя, чтобы избежать конфликта и даже драки.